делаю, значит, шпагаты, лотос и наклоны. И это я держу, потому что оно меня подкрепляет. Вот. И просто мне это нравится. Это маме 15 лет, Болгария, 44-й год. К йоге я пришла давно, когда она еще как-то запрещалась у нас в Союзе. Мне попалась книга по йоге, и я по этой книге какие-то асаны что-то делала. Пошла на пенсию. Я стала заниматься в секции йоги. Что бы вы, может быть, пожелали молодым людям сегодня? Ну, что спорт – это вообще замечательно, любой спорт. Вот. А йога чем хорошо? Это спокойное. Это может любой возраст может йогой заниматься.